Так, ты мне объясни, пожалуйста, что ты хочешь покушать сегодня? Ну, что-то вкусное, я не знаю, чтобы вкусно было, вот. Овощное, мясное, какашечное, ну, в смысле, каша, ну, кашу хочешь или что? Не, ну чтобы там и мясо было, и овощи, вот соль, перец, ну что, Все, я самое. поняла, ни слова больше, мы делаем мясное. Но для начала мне нужна курица. О, отлично. Стоять, стоять, стоять. Ты... Молодая курица! А чё ты будешь готовить, если не секрет? Супчик или жареное, жарное? Борщ! Борщ? С мясом! Со Борщ? свежим! С курицей борщ в Майнкрафте? Тик-тик, свекольку сюда, перец вот сюда, Ну, а кстати. соль сюда. Реально, а чё делать еще в Майнкрафте? Вот что здесь делать, если даже мы в Майнкрафте на карантине сидим и ничего не делаем? Ну, хотя бы будем жрать каждый день. Приготовила? Да, мало курицы. Ищем еще курицу. Отлично. Стоять! Стоять! Ай, ладно, короче, без нее обойдемся. На, держи. Это тебе. А это мне. Так. Свекольный суп, да. Только проблема в том, что я пока что кушать не хочу. Ну ладно, потом перекусим. Пошли, Кать, посидим вот здесь, посмотрим на наш океан. Вот живем на берегу просто океана. Красиво. Да, красиво. Слушай, у меня тут такой разговорчик к тебе есть, небольшой. Давай, мать, валяй, я вникаю. Ну, ты же сам понимаешь прекрасно, что скучно в Майнкрафте делать нечего. Я знаю кое-чем можно заняться. Ну давай, поделись секретом, чем же можно вместе с тобой в Майнкрафте заняться. Там, ну, новое обновление вышло, новый снапшот там в Майнкрафте. В аду обновление. Можем сходить, в принципе, если ты не против. Вот тут ад наверху у нас. Здесь. Я не понял. Скоро апокалипсис наступит? Скоро астероид на Землю шандарахнется? Или это Катя впервые в жизни сама предложила в ад сходить? Говорят, там новые прикольные штуки появились. Мне хочется на них своими глазами взглянуть. Да и как бы ад у нас тут, знаешь, рядом. Далеко ходить не надо. Ты ничего ни с чем не перепутала. Ты мне сейчас предлагаешь пойти в новом обновлении в ад. Да, все верно. Золотые шмотки надевай и пошли. Мне тоже захвати. Так, хорошо. Перед тем, как мы туда пойдем, мне надо оставить небольшое завещание всем подписчикам. И мне кажется, просто она что-то задумала, и она меня просто там кокнет и заберет мой канал себе. Поэтому, если я все же после этой серии из ада не вернусь, канал завещаю подписчикам. Ну вот. Но только тем, кто подписан на канал. Не подписчикам, которые не подписаны на канал. Завещание не завещаю. Надеюсь, я все понятно объяснил. Вот. Я ему тут 40 золота скидываю, а он завещает сказ... Что? Еще разочек. Я ему тут 40 золота скидываю, а он канал подписчикам завещает, да? Тут у нас и корова, и скелет тут у нас, и паук, и два скелета. А чё, откуда вы здесь взялись? Да Собаки такие? у нас там огромный же вот этот портал находится, они через вот этот огромный портал сюда и заходят. Чё ты меня-то бьёшь? Ой. И ты ударила свина-зомби. А его не надо было, да, бить? Его ни в коем случае в этой жизни не надо бить, Катя. Не-н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 е-
Если будешь драться, я буду кусаться. А я-то тут при чем? Хрыщ бородатый! Ну, в смысле, или без бородатый? Я чё, я с ней даже... я первый раз её в жизни вижу. Мы первый раз в аду встретились только что. Ты офигел, я всё слышу. Кать, ты понимаешь, что он даже меня-то бьёт? Йохан, и бабай, мы с тобой даже нормально в зад в ад не можем отправиться, Кать! Да всё, всё, я больше так не буду. У меня новый вид транспорта, знаешь, как называется? Ну? Лава-вагонетка. Лава-вагонетка, его стикер зовут, Кать! Его зовут стикер, но вид транспорта лава-вагонетка. Мне реально кажется, или он намного быстрее начал ходить по сравнению с предыдущими снэпшотами? Ой, куда так мы? Так он вообще бешеный какой-то, я не могу. Так, реально подожди. Быстро бегает. Куда мы с тобой-то пришли, я чуть не понял. Кать! Ты
свет-то хотя бы не гори! Сейчас, Слава, вагонетка, подожди! Вот стой здесь, я сейчас... Супчик, супчик свекольный! Свекольный супчик, помоги! Не, не помогает. Пожалуйста, не надо! Одно сердечко осталось, прикинь. Так, Катюх, что нам с тобой надо найти? Нам с тобой надо найти... Я не успел сказать, что нам с тобой надо найти, как мы уже нашли то, что нам с тобой надо найти. Чё? Короче, я не думал то, что этих порталов так много в мире, но в этой версии снэпшота вели то, что и в Господи, Кто сломал? Мы что, не вернемся домой? Кать, это другой портал с этой версии. А ты не заметила то, что здесь золотой блок перед тобой валяется? Золотая конская броня, золотой меч на добычу 2, золотая лопата. Золотую лопату забираю себе. Остальное мне нафиг не надо. И по кусочек железа, обсидианы. Ну давай, вот это я все позабираю. Кать, ты не заметила? Заметила, блок мой. Так вот, ввели в Майнкрафт то, что сейчас в любой точке мира, и в обычном мире, и вот в этом адском мире может заспавниться сам по себе вот такой разрушенный портал. И практически возле каждого портала один золотой блок, сундук, и в сундуке может даже заспавниться зачарованное вот это золотое яблоко. У меня лопата-то золотая на шелковое касание. Я тебя поздравляю теперь. Это мне что-то даст? Мои поздравления? И все? Что и все? Ну типа она ничего не даст? Кто? Лопата. Золотая? С шелковым касанием. Ну ты землю можешь копать. Шелково? Ну шелково касательно. Понятно, пойдем дальше. Пойдем. Разговор двух идиотов. Давай. А я вот слышала, там еще какие-то дома в аду новые появились. Почему мы их не ищем до сих пор? Мы прям сейчас их ищем. Я думал, то, что это как раз-таки он, но это оказалась обычная крепость. В аду добавили бастионы, разрушенные бастионы для вот этих хоглинов, пиглинов, гоблинов. И... Правильно говорить ботильоны, это туфли такие, ну, сапоги. Бастионы! Разрушенные... Ботильоны! Бастион — это разрушенная крепость. Именно сейчас мы ее и ищем. И там, Кать, в этом бастионе может быть сокровищница просто с нереальной кучей золота. Да, там золота может быть даже больше, чем в этом морском данже. Вот там, где губку можно найти, прикинь? Офигеть, но оно по-любому все мое. И да, не бастион, а ботильон, сапоги такие. Ты чё там ржёшь? Да я просто только что случайно 3 алмаза нашел, а так, в принципе, все. А, еще и алмазную конскую броню нашел. Неплохо! Где? А, вот не скажу тебе, пошли бутильоны искать, ты где? Так я тебя потеряла, я потерялася, а вот ты где? Пришло время заточить твой супчик. Ну, вкусный, слушай, Катюх, ты почаще его готовь, борщичок-то в Майнкрафте. Да, без проблем, хоть каждый день. Ладно, так, ты свеклу копай. Свекла, так у нас там растет свекла, ты ее сама можешь копать каждый день. Короче, Кать, я сам еще пока не знаю, как должен выглядеть вот этот бутильон. Он примерно такой же, как крепость, но только он должен быть из других блоков. Чего? А мы, походу, нашли его. Это вот эта вот писюлька впереди. Это ты, писюлька? Нет! Стой! Ты куда-то рванула-то так! Подожди! Это всего лишь кусочек вот этого бутильона. Он уходит под землю, и там просто нереальное количество всяких коридоров. Поэтому мы с тобой, Кать, наверное, там до конца серии застрянем. Если нам повезет, там еще, кстати, будет сокровищница. Подожди, остановись. Пожалуйста. Если мы найдем что-то в этом... Ну, в батильоне, или как там это правильно, давай поделим все пополам. Ну, я согласен. Если ты, конечно, как ненормальная, не рванешь и не заберешь все сама первая. Это ты, как обычно, рванешь и заберешь все. Я вот пока буду тупить, там ходить. Че, кого, куда ты уже все заберешь? Ну, так я что, виноват, что ты вечно тупишь? Ну так ты постарайся меньше тогда тупить, тогда я ничего не заберу. Мы делим пополам все или нет? Мы делим все пополам, хорошо. Давай посмотрим. О, кстати, вау, два сундука. Мне. Давай, ты туда, я сюда. О, плачущий обсидиан. Бонс. Вау! Подожди, спектральная... Ты собака! Ты чё у меня... Это мой сундук! Кать, Кать, верни все... Кать, верни все обратно. Ты говоришь, что мы делим все пополам, и ты взяшь у меня сундука. Спектральная стрела пополам. Вот тебе 8, мне 7.
тебе, 7, не 8. Подожди! Скорость души! Я уже нашел вот эти ботинки, которые помогают ходить по песку души намного быстрее. Ядреный пельмень. А кстати, подожди! В Майнкрафт добавили в этом обновлении цепи. То есть смотри, Катюх. Раньше, если мы дома вешали вот эти фонари на что-то, на забор или на что-то другое, то сейчас можно забабахать цепь и на цепь Да убери ты вот это. И на цепь забабахать фонарь! Вот это технологии майнкрафтовские дошли, конечно, до нас. Ёханый баба. Костный блок. Что такое костный блок? Он полезный? Кать! А? Я даже не знаю, как на это все реагировать. Почему так много всего? Тут, здорово, ядрить колотить. Тихо. Так, подожди, пошли за мной. Я не вижу тебя, подожди, где ты? Давай, я вниз спустился, ты где? Вот тут. Я не знаю. А, тьфу ты, господи. Иди сюда. Тихо. Спускайся сюда. Вот сюда. И вот так, ёханый бабай, какие же вы огромные. Тут потеряться за секунду просто можно. Да подождите, пожалуйста, тут ты чё так быстро бежишь? Все, не теряйся. Если бы в Майнкрафте можно было бы тебе ручку давать, я бы тебе дал. Кать, мост между одним и другим бастионом. И смотри. Да чё ты толкаешься-то? Вау. Красиво, ты посмотри, мы с тобой же в этой серии нашли практически полстака золота. Уже мы успели... Японский горнолыжник! Офигеть! Слушай, я тут нечаянно блок золотой уронила в лаву, ну он просто не туда приземлился, но я думаю, ничего страшного. Офигеть, да тут можно бродить год! Ты смотри, какой он огромный. Это как будто какие-то, знаешь, адская тюрьма заброшенная. Что-то вот на это похоже, не? Да, так тут, может быть, поищем чего-нибудь. Да, если нам повезет, то мы сможем с тобой... Я вижу сундук! Если где, нам... Где? Тихо. Вот тихо. Здесь. Вот, за тебя! Где? Сзади тебя! Ой. Давай спускайся. Вот сюда. Так, в сундуке. Как спуститься? Скорость души, еще ботинки на скорость души. Обсидиан. Нифига себе, сколько стрел. Костные блоки, обсидиан. И это еще фигня на самом деле. Только самое главное... Да ты, походу, издеваешься, да, надо мной сегодня? Кать. А? Только не кричи, пожалуйста, подойди сюда. Подожди, тихо. Куда подойти? Подожди. Встань вот сюда. Вот сюда. Да ты подожди, я-то не хотел, это не ловушка, это не было подстроено, я случайно. Да, конечно, у меня сейчас одно сердечко останется. Я не знаю, Кать, почему нам так с тобой сильно везет в этой серии, но мы нашли именно тот бутильон, в котором находится сокровищница. Там столько блоков золотых и сундук. Я надеваю крылья и полетела туда. Куда, в лаву? Ну, попробую вниз приземлиться аккуратно. Ну, давай. Ой. Ай! Ёханый бабай, я-то шандарахнулся. Подожди, стоп. Не открывай сундук, подожди. Я хочу открыть. Мало того, то, что здесь есть еще сокровищница, в Майнкрафт добавили новый спавнер. Вот там спавнятся вот эти магма-кубы, из которых можно делать... Незеритовый нагрудник! Ядрить меня в пупок. Ты сейчас издеваешься или это серьезно ты сейчас сказала? Смотри. Оп, зачаренный на защиту от снарядов 3. Ты... И золотые блоки. Ты нашла в этом сундуке незеритовый нагрудник? Именно его. Кать! Я? Ты просто... Ты просто представь на секунду, как же сильно нам с тобой повезло. Я просто сейчас в офиге прибываю немножко. Ау! Уйди! Нет, у меня одно сердечко. Помоги мне, что ты смотришь? У тебя незеритовый нагрудник, не у меня. Это ты мне помогать должна, не я тебе должен помогать. У меня одно сердечко, я сейчас умру. Подожди, ну так они здесь будут спавниться всегда вот в этом бастионе. Вот оттуда, вот с этого блока они спавнятся. Ёханый бабать, как же вас тут много. Короче, забирай все золото и валим отсюда нафиг. Давай, пошли. Да пошли. Я забрала уже все. Все, пошли сюда за мной, давай. Так, подожди, это все, конечно, очень круто, но что такое спектральная стрела? Вот это вот.
А, так ты еще не знаешь? А у тебя есть обычные стрелы в инвентаре или нет? Нет. Все, тогда выстрели в меня из лука. У меня только арбалет. Ну выстрели из арбалета. Ну мало ли, вдруг это принципиально. Так. Опа, смотри. Сейчас, сейчас ты меня видишь через стены, да? Да. Спектральная стрела работает вот так. Опа, и Катя у меня подсвечивается, я могу за ней наблюдать вообще с любой точки этого мира. Блин, у меня всего лишь теперь 7 этих стрел осталось. А где их еще можно будет найти? А, ну так вот, будем сюда приходить и вот здесь все искать. Так, подожди, мы еще вот этот сундук не облутали. Какой, вот какой, какой? Да, я уже все себе забрал. А что там было? Узор флага Пиглин! Точно, еще ж новый флаг добавили в Майнкрафте! Кать, придем домой, я тебе покажу! Офигеть, я, конечно, в шоке с этого обновления. Но ты посмотри на меня! Ты посмотри, у меня незеритовый нагрудник. Это же я считаю нашла алмазы. Эти руды. Все типа сделала. Да еще и зачарованный, да. Господи. Спасибо маме, спасибо котику моему, спасибо всем, кто верил в меня. Я нашла просто самое крутое, что только может быть. Можно считать то, что она нашла 8 алмазов и 4 древних обломка, еще и зачарованную броню, как у нее сейчас. Короче, я не знаю, какой везучий надо быть на этой планете, но Катя ею сегодня как раз и является. Настал тот самый момент, когда мы должны сказать спасибо всем хрюнделям, всем пинделям, всем гоблинам и всем, кто с этого обновления будет присутствовать в аду. Белый флаг, который мы с тобой, Катя, повесим, ну, давай вот сюда. Какой интересный дизайн, какая интересная задумка. Это пятачок! Ну, я поняла, что не кое-что другое. Или розетка. О, точно. Это розетка или пятачок вот этот свиной? На самом деле это прямоугольник, внутри которого еще 2 прямоугольника. Короче, не умничай, все, давай показывай, что ты получила в аду, давай. Ну, помимо моего нагрудника, который на мне... Да мы уже все поняли, что ты сегодня самый лучший нагрудник в Майнкрафте добыла. Давай что-то другое уже. Лопата на шелковое касание, золотая. 11 золотых блоков. Ботинки на вот эту вот фигню, чтобы по песку душ ходить. 7 спектральных стрел. 7 позолоченных черных камней. И 2 цепи. Ну а сейчас смотри, что я получил. Отойди, отойди в сторону и не подбирай, смотри. Я получил 3 алмаза. Это раз. Моё, 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 моё! Кать, я тебе сказал, чтоб ты не забирала, выброси обратно! Да все равно общак же, ну. Алмазную конскую броню. 5 золотых блоков. Золотую конскую броню. Вот этот флаг с розеткой. Ну, плачущие обсидианы, вот это все не считается. Золотой меч на добычу 2. 6 спектральных стрел. Ну слушай, вот как только выйдет новая версия, мы с тобой днями и ночами просто в этих бутильонах будем зависать и искать незритовые шмотки, если их реально можно там найти. Я хочу себе сет. А я хочу хотя бы что-то незритовое. Тебе-то повезло в этой серии, а мне нет. А, ботинки, ботинки надо надеть. Слушай, я, конечно, после сегодняшнего дня очень сильно проголодалась, и вот даже тот супчик, борщик, мне уже... не помогает. И я предлагаю тебе печеный картофель и стейк из говядины. Как тебе такое сочетание? Нет! Я очень... Я сырники очень хочу. Сделаешь, пожалуйста. Сырники в Майнкрафте? Ну а чё? Пошла коров подоила, муку наварганила из пшеницы и заварганила сырники мне в печи. До свидания. Я пошла есть картошку печеную и стейчик. Да сделай сырники! Ты с этим незеритовым нагрудником зажралась ты! Ты родного вот этого парня даже накормить сырниками не можешь! Вот не находите незеритовые шмотки, вот зажретесь так же, как и Катя! Пфу! ЧСВ! Ты офигел? Да шутка! Если, конечно, ж сырники сделаешь. То есть, по-твоему, картофель и стейк это хуже, чем сырники? Все на этой планете хуже, чем сырники. Да я сейчас тебя порешаю. Не надо меня решать, Катя.